В этом году уборка очень ценная, тонкая, когда зерна мало, особенно важно. Срезать низко, наверное, приходится. Конечно, подходит. Этим летом важен каждый колосок, ведь сезон выдался жарким и засушливым. Но и в этом году есть передовики уборочной. Глава района их наградил денежной премией прямо в поле. Виталию Филюшину удалось собрать 350 тонн урожая, и это один из лучших результатов в районе. На комбайне он работает с 11 лет и поэтому помнит времена, когда уборка была еще более тяжелой. Засушливый у нас 2010 год был, но этот год получше, чем 2010-й. Но все равно слабо. Из-за засухи получится собрать лишь 35% урожая от объема прошлого года, подсчитал начальник управления хозяйства района Фанис Шарафиев. Такой результат, говорит он, ударит по карману аграриев, но они планируют отыграться в предстоящем посевном сезоне. Сейчас уже хозяйство у нас, руководители, задумались о том, чтобы побольше засевать озимыми культурами. Мы все прекрасно понимаем и знаем, что озимая культура, озимая рожь, озимая пшеница, она в любом случае дает больший урожай при тех или иных погодных условиях. Сегодня в Альметьевском районе завершен сбор урожая более чем на 60%. Премии получили 4 комбайнера. На данный момент лучший результат – это 785 тонн. Семен Угоров, новости Юго-Востока.